Благодарю за предоставленную возможность выступить. Хотелось бы кратко сказать, что само название «Великая Россия» ко многому обязывает. И кто поднимает на щит это знамя, обязан идти, как и все истинные русские герои, до конца, идти на смерть за правду Божию и за русскую Россию. Я прочитаю несколько стихотворений. Всякая настоящая русская деятельность, она сопряжена с великой поэзией, если это действительно настоящая борьба, настоящая жизнь. Простор великих зорь, страна богатырей, какая злая хворь в душе болит твоей, указами Кремля свистит бесовский бич, Батыева земля, духовный паралич, распроданный погост, бедой зажат в тиски, разодран, словно холст, на мертвые куски. Но так не может быть, да хоть из кожи вон, нельзя так просто сгнить, когда огонь сожжен. Зачем тогда в веках круженье зим и лет, за тем, что надо прах переплавлять в кастет, собраться всем в кулак и сжечь обратный мост? Мы знаем, кто наш враг, диагноз очень прост. Бесовский гнойный треск пора рассечь крестом, ковать железный крест молитвой и постом. Все ближе, все ясней в огне священных слов страна богатырей под пеплом облаков. Из сердец, и мечей, и стволов мы плетем связку нации, веник выметать богомерзких врагов с их проклятой религией денег. Надо сердцем и духом прозреть, надо заново в Боге родиться, чтоб взыграла небесная плеть в каждом сердце и в каждой деснице. Нашей болью зачитан до дыр катехизис небесной стихии. Надо просто взорвать антимир, осквернивший собою Россию, сдуть зловерие, дикую хлябь, этот сон, бесконечный упадок, чтобы снова явилась нам явь русской нации, русский порядок. Ритуально убитым, чего нам бояться? Двум смертям не бывать на пути. Мы однажды сумеем воскреснуть, подняться из земли своей, нечисть смести. Хоронили ветра нас до срока, до вздоха. Вырос город на наших костях, синим пламенем смерти пылает эпоха у великого горя в гостях. Но в самом эпицентре невиданной смуты, вопреки всем стараниям зла, мы однажды воскреснем, срывая все путы, наши души вернутся в тела. Ритуально убитым, чего нам бояться? Нас миллионы, потерян нам счет. Мы сумеем воскреснуть, из праха подняться, потому что мы русский народ.